Недавно в Липецке закончилась битва диджеев. Нет, вы, наверное, подумали, что они друг друга били и калашматили. Какое слово-то я вспомнил, да, калашматили. Такого не было. Они выясняли свои отношения с помощью музыки. В общем, город Липецк, молодежь Липецка, клаберы выбирали лучшего диджея, по их мнению. Было всего 4 этапа. Сначала 3 дня был отборочный тур, а потом у нас был, как говорится, финал. Все это проходило в одном из культурно-развлекательных комплексов нашего города. Люди голосовали за понравившегося ему диджея, а также голосовали еще и в интернете, как мы, оказывается, узнали. Все в этой битве принимало участие 16 диджеев. И вот поподробнее, кто выиграл, а кто не проиграл в этой схватке диджеев, кто стал лучшим, по мнению интернет, по мнению чего-то еще, смотрите далее в сюжете. Мега диджей 2008. Битва диджеев с таким размахом проходила впервые. Сначала их было 16, но по итогам 3 отборочных туров только 4 музыкантов вышли в финал и бились за звание «Лучший диджей 2008 года». Каждому участнику дали 1.5 часа, чтобы свести свои лучшие треки и завести клаберов. Именно от их голоса зависело, кому достанется титулованное звание. Дима Вайт раньше был танцовщиком гоу-гоу, благодаря чему понял, клубиться и исполнять электронную музыку – это его стиль жизни. Он считает, что подобный конкурс потянет на большой шаг в развитии клубной культуры в Липецке. В работе диджея считает важным не просто исполнять драйвовую музыку, но иметь свой авторский почерк. Если эти люди готовы слушать мелодичную, приятную музыку, у меня есть такая в моей папке. Если они готовы отрываться и по полной тратить всю энергию, которая у них накопилась за сложную неделю, я дам им такую музыку. Александр Шумов оказался самым популярным по итогам интернет-голосования. Начинал свою музыкальную историю радиодиджеем. Первая площадка была во Фрегате. Сейчас он один из востребованных диджеев города. Играет тех-хаус, электро-хаус. Считает, что диджеинг в Липецке находится в зачаточном состоянии. Но мощная клубная энергетика должна раскачать спящий город. Я стремлюсь в музыке к чему-то красивому порой, порой жесткому, но стараюсь играть меньше слов, потому что я считаю, что музыка со словами, она не дает развиться фантазии, а без слов, когда играешь музыку, человек слушает музыку, у него есть, он слышит ритм, какие-то звуки, и сам придумывает себе слова, парам-пам-пам, ля-ля-ля, и, в общем-то, танцует так интереснее. Титул «Лучший диджей 2008 года» получил один из старейших, а значит, профессиональных диджеев – диджей Котиков. Он начинал играть музыку еще во времена танцев типа «Клетка в парках». Говорит, что диджей прежде всего должен быть меломаном. Илья считает, что любители электронной музыки испытывают информационный голод. Все радиостанции забиты коммерческими проектами. Где тут место эксклюзиву? А у народа он есть, говорит победитель. Диджей Смэш, новая волна, да, ты по радио заиграл, все, все клубы должны дружно играть, а то как будто больше никаких нет хитов, нет никаких новинок, нет никаких интересов. Вот мы привыкли слушать по радио, мы хотим это слушать в клубах, а диджеи все, на самом деле, вот по сути, диджеи Липецка, то есть как бы на самом деле против клубных треков, то есть тех треков, которые крутятся на радио, потому что хочется что-то, чего-то внести своего эксклюзивного.